На территории Каспийска в рамках партийного проекта жители МКД, представители местного отделения партии «Единая Россия» совместно с управляющей компанией жилищных комплексов провели встречу с активными жильцами многоквартирных домов. В рамках выезда присутствующие обсудили насущные проблемы двора и планы совместной работы. Так, партийцы муниципалитета отправились во двор многоквартирного дома по адресу Халилова, номер 44. Они рассказали горожанам о лучших практиках управления многоквартирными домами в сфере жилищно-коммунального хозяйства и об актуальности инструментах инициативного бюджетирования. А также жители двора поделились проблемами своего дома. Как выяснилось, у них долгое время не проходила уборка прилегающей территории. Лифты нуждаются в реконструкции, а также существуют некоторые проблемы с подачей отопления. Депутат фракции «Единая Россия» в собрании депутатов городского округа Тимур Насрулаев рассказал, что вопросы, которые были озвучены в ходе беседы, взяты под личный контроль. Управляющая компания «Респект», занимающаяся техническим обслуживанием данного дома, недавно приступила к обслуживанию и будет решать эти проблемы совместно. Отметим, что управляющая компания с начала момента своей деятельности в данном дворе уже устранила проблему утечки в подвале и совместно с МУП-горводоканал очистила наружную канализацию. Отметим, что партийный проект «Жители МКД» направлен на поддержку жителей многоквартирных домов. Это важное и необходимое направление работы, которое позволяет совершенствовать качество управления МКД в нашем городе. Данный партийный проект включает в себя несколько направлений: наш двор, наш подъезд, дворовые встречи и работа с многоквартирными домами.